Привет. Ну что, если посмотрите комментарии, которые к моим видео на моем канале, то вы сразу по их количеству: уезжай из нашего Казахстана, проваливай, будь ты проклят, чего тебе здесь нужно, езжай на родину, защищай родину. Ушел вон отсюда. Я тебе всю морду набью. По количеству комментариев можно понять, почему я сбежал из Казахстана. Ладно, все, пока, прощай. Да, конечно же, это шутка. Количество, если сравните, посмотрите, количество написавших о том, что милости просим, гостеприимный Казахстан. Вот. В общем-то, в большем количестве, чем тех людей, которые написали, типа, это наш Казахстан, забирай свой русский мир и так далее. Вот. Ну что ж, я сменил локацию, теперь я не в Казахстане. Я продолжаю преследовать тех людей, которые сбежали из России. Я веду за ними слежку, подбираюсь к ним все ближе. 49-50. Кто не спрятался, я не виноват. Посмотрим, каково устройство жизни здесь. Вот. Ну что могу отметить? Вылетал я на берег океана с Алматы. Вот. И до Алматы ехал на поезде. Ну и, конечно же, не обошлось без наших русских бабулечек, которые заявили о том, что едут на поезде, они вынуждены. Так-то обычно бабулечка летала на самолете. Вот. Наша русская бабушка, учитель по английскому, сетовала на то, что все скупили дезертиры. Как вы, приезжие, уже надоели. Все билеты, поэтому ей пришлось ехать на поезде. Я спросил, почему она называет таким словом дезертиры. И она, собственно, сказала приблизительно ту же. Это не по национальности не казашка, а наша русская отечественная бабушка, которая, как и вот в этом ролике, о котором я рассказывал, тоже влепила мне в лицо на тему того, что надо быть в России и защищать Россию от нападения, а не вот не в Казахстане чилить и расслабляться. А мы тут, знаете, все плюшками балуемся. Я ее немножко пораспрашивал. Бабулечка живет уже больше 20 лет в Алма-Ате, ей все нравится. Она, значит, учитель английского языка, репетиторствует. Вот, все у нее хорошо. Доходы хорошие, ей очень нравится в Алма-Ате. Климат и горы, и вообще все супер. Я ей говорю, ну, наверное, вы репетиторствуете, у вас с достатком порядок. Она говорит, да, у меня все супер, дети жили в России, переехали жить тоже лет 10 назад куда-то в Португалию. Вот, и у них тоже все хорошо. Дебль мою какой гаите, нас и здесь неплохо кормят. Ну, я не стал, это было бы слишком, ну, грубо намекать ей на тему того, а где ваши дети, почему они в Португалии, да? Ну, я спросил, как ей сейчас. Она говорит, сейчас еще лучше. Приехала в Алма-Ату очень много с Москвы, и семей, имеется в виду, с Москвы семей. Они с детишками, и у нее работы прибавилось раз в 5. В общем, у нее с работой порядок, все ей нравится, она в Алма-Ате живет. И как я могу сделать вывод, единственный минус и неприятная вещь, но это то, что на поезде приходится ездить, а не летать самолетом из-за дезертиров. В общем, подписывайся на канал, буду теперь рассказывать о новой локации, о новых нюансах, буду здесь разыскивать дезертиров, вот, узнавать у них, каким макаром, что они тут делают и почему они не защищают родину. До встречи!